Телеграм-канал Кировского района Самары сообщает, что сегодня на аллее трудовой славы у стелы «Город трудовой доблести» состоялось торжественное посвящение юнармейцев. Праздник на страже Отечества посвящен сразу двум дням воинской славы – Дню подразделений спецназначения и Дню 70-летия вневедомственной охраны Росгвардии. Со словами напутствия и поздравлениями выступили представители военного комиссариата Кировского и Красноглинского районов, Росгвардии и Совета ветеранов Кировского района. Департамент опеки, соцзащиты и попечительства Самары напоминает, что родителям при рождении близнецов, двух и более детей, предоставляется единовременная выплата. За ее оформлением одному из родителей нужно обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг. Необходимым условием оформления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 333-52-28. Администрация Красноглинского района в телеграм-канале напоминает самарцам, как с наступлением холодов уберечь детей от частых простуд и вирусных инфекций. Основным видом профилактики гриппа, в том числе и у детей, является вакцинация. Она показана детям с 6 месяцев и должна проходить ежегодно. Особенно подвержены риску заражения дети, посещающие дошкольные учреждения, часто страдающие простудными заболеваниями, дети с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Вакцинация проводится с начала осени и способствует выработке иммунитета против вируса гриппа. Даже если привитый ребенок заболеет гриппом, он перенесет заболевание в легкой форме, а шансы развития осложнений у него сводятся к минимуму.